Два часа до конца РТ, нахуй. Еще ТТГ, блядь, не убитая. Пэса где? Пэса на гниломорде стоит. Пэса. Так, список изменений. Пэса там отошел, подошел, нет? И бегу, 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 тещу за границу отправлял. Угу. Фига, быстро. В окно вижу выкину. Там как у людей черных. А, портал? В унитаз? Портал в будке просто. Всякую залупу добавляют, нахуй. Метка миротворца, блядь, дичь какая-то, блядь. Как вы дедли сегмент удалить? То в кукле, кто где? Танки. То в кукле. В details? Ну вот, блять, у меня третья лишняя вкладка этой ебаны. Мета Дарк. Любишь ты. А вот да, здесь. Да я что то ебаный шашлык, блядь. Промах, я понял, нахуй, тварь. Я свечаю про фани танчил еще. Ну сейчас потанчишь. И танчил в гере, нет. Сейчас потанчишь. Че, блядь, служи, выходим, нахуй. Чего, блядь? Это такая лужа. Желтая, я бы. Ну ты дальтоник, да? Да. А первый плевок они были. Будет плевок, нет? Нет. Тогда дамажим без плевка. Великие, не бежать на слизня. Ой-ой. Да ёбаная тварь, ты будешь кидать на него эту хуйню или нет? Газы! Ложи! Ложи! Да, вставай. Тихо. Нет, не исполняйте, нахуй. То сейчас люди падать начнут, нахуй. С пельмени будет, смотрите, блядь. Берегитесь. Опа, сори. Не туда видишь. А хотя уже. Вот. Пельмени отошли. Красного убьем. Лужа выходим. Пруф объем. Пельмени отходим. Кто словит пельмень, тот пидор. Треплёха ГЦ. Блять, почему я это вовремя так всегда говорю, блядь? Зеленый объем. Вы не расслабляетесь? Нас, если что, на одного меньше. Человека в рейде. Сбегаем с черепа. Играем четко. Тут только треплёха нуб ничего не понимает. Остальные все играем. Берегите. Я тоже. Пельмени отходим. Чё, как дела, треплёха? Хуёво, да? Бежишь, не мог пельменину заметить, чтобы ее не словить и не сдохнуть. Треплёха. Красный. Красный, готовимся. Сечё, вот красного бьём. Мэтфог, беги! Пельмени отходим. Так, смотрим на хп профа. 41%. Будем стопать, если что, еще зеленого бить. И дать время, надо лужу выпить челику.
Стопаем по профу. Уйдите. Стопайте. От... Уйдите, уйдите, уйдите от профа Милики, отбежите. Сейчас зеленого все фулл ДПС. Сейчас смотри, профа не бейте, лужу выпить постарайся, выпить успеть. Не бейте профа, сейчас фулл по зеленому только. Ясно. Он все перевелся нахуй. Ну я ближний. Ну ближний хотя бы. Сейчас зеленого добиваем. Быстренько. Быстренько зеленого. Сука, тварь, размораживайся быстрее. Геру даем. Готовимся, пельмени скоро будут. Немножко в звезду встань. В звезду, сука, все встаньте. Сейчас зальем всю комнату. В говне будет все. Ну в звезду, ебаные совы, нахуй. Видно, нет или что, нахуй? Дрочите там. Вот. Что там, колба проводи. Пельмень проходим. Потом обратно вернемся. Так, немножко вот сюда в звезду. У меня 300. Сколько у тебя стака? 3. 4 уже. Лужа отходим. Лужа отходим. Сейчас сзади немножко туда пройдем. Проводи подальше там до уголка. Сюда идем за звездой. Тут стоим, бьем здесь. Пельмени отходим. Пельмени отходим. И вернемся сейчас обратно чуть-чуть. Вот сюда, где пельмени упали, сюда вернемся. Кто стаки ворвать будет? Вот Дикон, готовься там поворовать. Хотя бы два своруем. Вор, да, бля. Да. Лужи выходим, лужи выходим. Берегитесь. На хп читаем гимны. Добиваем. Главное, один чтоб... взял. Главное, чтоб стак не умер. Ну, заберите с него, ёбаный в рот. Опа. Здорово. Ты не охуел? На сколько уже целка по месяцам? Время. А хуй знает. А? Я ни разу колбу не видел. Его, блядь, чего? Осколок был? Да. Да, есть осколок. С открытия целка не видел колбы. Я видел. Так она и не падала с открытия. Я видел колбы. Я все видел. Я видел, как зарождалась солнечная система. Они тоже любят жизнь. Кто пердит там в микрофон? Будь здоров, тот, кто это сделал. На буквально полторы минутки отойду, хоть бы ца. А квест куда был? Или что нет? На Сендру же вроде квест. Да. В Доте в 2016-м, короче, видел и спали снова. И в тот момент я все понял. Я видел в этой игре все. Хуя он дает. Тысячи таких рейдов, я просто преисполнился, блядь, в своем познании, блядь. На сотнях таких же серверов, блядь. Был челик, да, который идущий там к реке, или как там называется. Вот он рассказывал. Вот я здесь спалил с челика. Не, вот, ну висп плеснует, знаешь, это типа как маг-хиллер. Блядь, я вообще в доте нихуя не понимаю. Ну это вот типа, блядь. Так он если... и в меду стоял в те времена, чё уж тут прям лесной. В 16-м нет. Ну да, заберите. Рыцаря заберите, сука. Ну он меня сейчас убьет. Я в тучке даже был. Чё апнули ему? Да я откуда помню? Я играл, наверное, года до 19-го в доту. Вот последние эти обновы я не смотрел. Но я точно помню времена, когда висп стоял в меду. И в лесу, соответственно. Ну то есть сильным был. Один сам по себе. Ты говоришь про 19-20. И кто, знаешь, на нем так играл? Нет, нет, я играл, говорю, до 19. Там, блядь, OG играли два инта, которые они, блядь, взяли. Они вот привезли стратегию, блядь, виспа, нахуй, кэрри. Они его кэрри делали, ну. Ну, и вот, и там и началось. Но до этого момента это была пятерка. Вот просто кончейшая, блядь, пятерка. Ну, не конченая, то есть это просто, ну, пятерка, все. А нахуй вы мне пиздите, что не диспелится? Вот только что диспелил цепи с бидона, нахуй. Ебать, вы пиздоболы, тебе повезло нахуй. Просто. Да в смысле повезло, ебать, это же вообще... Говорят, не диспелится, нахуй. Пиздят, получается. Это прокнуло. Да хули прокнуло, нахуй.
Это баг. Хули баг, он второй раз. Это нахуй. База. Хуяза. Вот смотри, локно стоит. Хуяк, третий раз нахуй. Баг, блять. Это просто вы бичи диспелить. Не умеете нахуй. Блять, вот просишь людей сделать, они не делают то, что их класс может делать, блять. Сделай, пожалуйста. Пожалуйста, блять. Так, если играть... Так, что там, блядь? Я понял нахуй, нахуй я давал оковую, да, блядь? ГЦ, блядь. Что-то там турецкий гамбит зашел. Вид. Что, нужен, не нужен? Да, пускай заходит. Не нужен. А это боец за право нищих и убогих? Всем привет, я нищий. Но не убогий. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Five, four, three, two, one. Кто на ком? Я на телесети. А у нас бидона опять нету. Два. Друид инвалид тут. А мага не ждем? Какого? Бонстиллера? Ага. Понял. Смотрите там с агро осторожно. Empowered vortex spread out.
Ой, это ты поставил ту прогу, кто с пулем? Нет. Кто-то ставил вроде. Давайте Геру. А, бидона нет. На чё, крестик падает нормально? Плохо. Там на сокрушение, да, блин? Может быть. Ну не факт. Ну если что, там не зыбко, давай ему там 10 секунд для закрытия. Если спадут сферки. 4 секунды, 3. Сейчас вихрь будет разбегаться, готовьтесь. Моя королева. Бля, Войд, кто у вас в гильде самый охуенный, блядь, лок? Ну, я без рофлов, который может все на пальцах объяснить, нахуй, как за этот спек ебучий играть. За демона? Да, блядь, у меня вообще нихуя, блядь, цифры нет. Похитона спрашиваю, он довольно много дает, кстати, демона. У него, блядь, траблы сейчас, у него там в семье потери. И как-то вот, блядь, сейчас... Больше нет локов. Лес, что-то вот, типа, ебать, я не расскажу. Да ты, гады, не пробовал же, открывать? Он же демоном тоже так, знаешь, как бы... Стерусовские демоны и демоны. Церковь чуть разные, гайдов нет нормальных. Гайды на нету, ну так... Сначала... Виктор послал, Виктор подскажет. Сначала берешь, читаешь обычный гайд. Потом открываешь описание Т4, читаешь. Это я тебе рассказываю гайд, если что. Читаешь описание Т4. Берешь калькулятор и считаешь, какая способность больше у тебя дамажит в зависимости от того Т4. Типа что прокает Т4 и играешь. Если ты собираешься давать топ ДПС, то ну, через калькулятор считаешь, какую тебе билку надо юзать вперед. Ну, выстраиваешь ротацию, соответственно, на манекене. Дальше, если ты хочешь дать больше СПД рейду, то читаешь, ищешь в интернете, от чего повышается СПД. Не, вот я метаморфозу отдаю, чтобы вот прок был на СПД, вот только когда у меня 2-3 прока будет моих, я тогда только отдаю метаморфозу. Типа там, когда бес у меня кританет, да, он баф дает. Это я понял. Ты просто подумай, что тебе надо от игры. Ты хочешь топ-цифру? Да, ну блять, ну типа это вообще не серьезно. Вот 16 нахуй, это чё ебать? Воет боешка. Да, сколько тебе надо, треплюха? Ну, минутки 3 можешь. Вот тут. Сова прыгает сзади. У
Давай, иди. Я понял, блин. А? Ничего нахуй. Ебать, сумка в хлам. Вайт, не пыли, не пыли боешки. Место свожу. Боешки не надо были. Это точно. Так, я рыбу ставил, нет? А вот. Да. Не падал никто же. С укусами не проебитесь там. Ну чё, не люблю щиты, давай, бля, будем сейчас хилить. Чё, мы без Геры бить будем? Ну убьём-то мы и без Геры. А, ну всё ясно, я вижу, здесь чешуйка, я понял. Чё, чешуйка? Удачи, удачи. Пох, вообще. Треплюха где? Ай, хуй на него. Хотя нет. На 3 минуты так-то прошло, блядь. Бежит, бежит, бежит. Перестоит. Стоит. Блядь, надо турецкого вызывать, ёбаный урод. Так он чё, он где? Он да хуй плюс... знает, где он. В гильдию плюсанёт и примем его, присумоним. А я турек. Ты дурак. Ты дурак или родом так нахуй? Так, Эя и Песа готовы? Ты там скажи меликам, чтобы они нажимали колодец. Кто колодец не нажимает? Поставишь? Тот а ты сейчас поставишь, они не знают, что это такое. Песа готов, нет? Разъебут. Так, вот смотрите, вот это колодец, это надо тыкать будет, чтобы хилиться об него. Все дает что-то. Где он там? А? Серкан плюс пишет, серкан плюс, серкан плюс. А? Я отходил. Давайте шкаф. С колодцами там нечестно, ты перехилишь меня. С чем? С колодцами, если нажмут его. Ну так, блядь. Я, пацаны, минутку прям триню апгрейджу в этом, в Толгороде. Еба, да ну да. А да что, никто его не будет тыкать, не беспокойся. Беспокойся, но скоро уже не будет колодца. Блин, как давно я не видел эту фигню, ё-моё. А? Там вот Войт в Т5 просто играет? Не, я его последний раз на X2 видел колодец. Не, на X4 тоже один раз, но его никто так и не нажал в итоге. А? Ты ебанулся, блядь.
А? Сейчас замучу себя. Здравствуйте. Там вон еще хант какой-то в онлайне. Он реальный. Это кто? Помощник. Фирал Твинк Флекс. Все это, капаю, да, КД там? Майнус. Угу. Я хочу атаку. Я хочу пить. Я, блядь, если что, ну, даю отчёт. И дал. Так, Вадикон, ну-ка дай-ка по войду иннер. А где мана войд? Я ебу, что ли? Ты встала, пацаны. Зависла. Ну, развисай. Да, ну, тоже сейчас. Тоже пролагивает. А, ну давай. Не-не, у меня все прям. Че, развисла? Все, да. Готовим, сейчас фир будет. А чё меня кусать? Ой, блядь. Из-за фера ебаного, блядь. Херуса укушу. А, ражник танчит, да? Ну-ка, Мэтт Фокс, дай по войду иннер. Ты кому войду не любишь, ты нужен иннер. Ну,
там, бля, будет тинер какой-то. Ага. Все инеры в КД. Ты уже все забрал инеры себе. Сейвы есть. Тени там. Я понял, блин. Я лень. Грот, блядь. Чё там, как дела, ёпта, бля? Как там твой спек, нахуй, ебать? Поживай. Чё, сколько, сколько и ты? Чё, сколько я, нахуй? Ты смотри, блядь, кто на втором месте, блядь. Я на втором месте, ты на третьем. Где ты видишь эту хуйню? Алло, ёпта. Ебаные осколки, а. Ты хуйню там какую-то линкуешь. Вот нормальный ХПС. Ой, я слышал, что... У тебя без абсорба ХПС, походу. Поэтому я у тебя не на первом. Вот это ты какую-то хрень городишь. Да ты бомж, блядь, у меня вообще няпнутая, нихуя нахуй. Да смирись, Войт, никто твой колодец не тыкал. Все, так я его и не ставил. Ну, кстати, реально. А не, правда, нет его. Да это залупа, блядь. У меня гим нашел молоко. Я не знаю, ну, надо кого-то слабого по ДПС, меня сейчас гляну, ДПС. Там ты у меня. А треплёха слабее Серканбалана, нахуй. Да они примерно одинаковые. Ты слабый. Ну чиль пока на замене. Сейчас все равно Валька, Синдра, Лич, три босса последних осталось. Так. Да, защитник. Чё ты так мало божественный берег сделал? Не знаю. Тебе вроде СПД больше, чем у меня. Чё за берег? Я пока не шарю. Это Т4 от кольца. Ты его что, не жал кольцо исцеления, круг исцеления, точнее? Ты всякую залупу нажимал, смотри, что у меня там. У меня вон обновление на первом, молитва, восстановление на втором, круг на третьем. Ну и на четвертом идет уже обновление Т4, усиленное обновление, божественный гимн, молитва исцеления вообще мало, нахуй. Просадок не было, нихуя, рейд фуловый. Ну а ты круг больше тыкал. Там, если подгадывать, хорошо. Да хули подгадаешь, если там такой вон ап от доток идет, смотри, омоложение будет рост сколько, блядь. Вообще пиздец. А чё, страх как вообще антифир кидали? Или чё было-то вообще, ебать его рот, по рассеиванию у нас? Чё, надежда на бидоновский, нахуй, тотем и всё, что ли? Ну, я два рассеял, хули, ДЦ-7, ПСА-6. Я накидал масс диспел. Серканбалан 3. Может, вот это к вайпу не привело? Да, по-любому. Так и должно быть, блядь. Ну, должны люди все... Ну, вот если ты играешь, например, диспель, блядь, фир. Это вообще так, ну, это, блядь, обязательная хуйня. Чтобы было нормально. Так, бидон, ты пришел, да? Кого выкинем отсюда? Друида, да? Престам ману. Плюс бидона не было на лане. Ну, так, на секундочку. Да и что? Бидон выигрывает на лайне тогда, когда мы стоим все в одном фрейме. У нас 25 же, куда уходить? Кто? Никто не уходит. Да я про фир, что надо было диспелить. Коготь, да вряд ли кому-то нужен, но я не знаю, если только рога какой-то носит. Вот, например, крипток, может быть, ему нужен. Крипток, тебе надо шея с синдры? Ну, я вижу, что у тебя залупа. А мне нужен плащ синдры. На синдре, по-моему, нет плаща. РДДшный плащ. Не на синдре, а с валитрии. Да, с вальки. У тебя и этот хороший, как он называется. И лук хороший, блядь. А чё за хант? Чё это? С какой гильдии вообще? А, экзайл? А чё за гильдия там? Там с 20.00 РТ? Чё, вступить хочешь? Нет. 19, нет, с 19 я не смогу. Нет, Гарин, не смогу, да? Я сейчас Синдру хочу похилить.
На Синдра это казино. Не-не. Если освобожденка не на тебе, то ты на коне. Ну, а если на тебе, то под конем. Так-то да, но все равно, блядь. Связка, даже два стака ты ебанешь по себе. Молитва исцеления в конце круга, это охуенно поднимет рейд. Прям главное только это чувство. Если он проседает. Вот сейчас давай прохилим рейд. Ну, не проседает. Под вихри надо вставать тогда, велик. Во, вот так вот работаем. Сейчас смотри. Опа, кружок перекрыл. Это нормально. В общем, этот скилл, который, как он называется, который усиленное исцеление, эту хуйню берут только тогда, когда ты идешь в десятку, и у тебя нету, например, вот у тебя, допустим, напарник Редру, вот, но он хотер чистый, то есть Редрушник тоже там есть спек, чтобы танка хилить, и ты тогда берешь вот это 5 из 5 усиленное исцеление, и ты играешь через хил танка, то есть ты связующая и в танка, то есть ты как хпал, типа, вот. Ну и там, смотри. И там сборка идет другая, там, блядь. Усиленное исцеление. Я его беру. Не... Ты раскидал три таланта, фактически, колодец света и тело и душу, так? Колодец есть, света, ну да, тело и душа. Да. Ну а еще смотри, у тебя еще... еще два благоустойчивость, по-моему, да? На два устойчивости процента. Еще нет. А что у тебя взято вместо этого? Всплеск, что ли, обоссанный? Уже вообще санина. В смысле, всплеск как раз таки топ. Всплеск залупа. Нахуя он нужен? А где Хурюк умирает? Ну смотри, он во-первых, не критует. Хурюк умер просто, не знаю. Он этот, типа, смотри, это сейчас просто был такой рейд. Но когда ну, это. Ну, стойте, там еще два моба. В тех же ХМках или в чем-то таком, когда идет именно освоение, да, ты бьешься головой, а что-то. Всплеск помогает. Там резко поднять танка, даже на 5к хп, это ну, да, блядь, врагов не, стоит. Не, залупа. Вот смотри. Вот. Просто обновление. Вот оно, 3000 критует, да? Нахуя тебе этот всплеск? Просто обновление, ну, ты кидаешь, 3000 критуют, если тебе это надо. Это бесплатный каст. Не, ну, это да, блядь. На первом канале пошли уже. Ты понимаешь, что вот это 5000 хп и накинутое обновление на человека, ну, в любом случае обновление будет лучше. 5к хп, это четверть хп среднего РТДшника. Да, это залупа, хуйня. Обновление лучше будет, обновление будет лучше. У меня вот, если верить... Это уже доказано. Дальше... Где ты в каком гайде прочитал, что это топ-талант? Это талант санина полная, он никому не нужен. Вот. Общался с ДЦшником из Энза, который говорил, что... Все, авторитетное мнение пошло. Энза, но... Которые их хапристы... Ну, я просто с Геншином пошел, до 4 утра сидел, он позвал еще ДЦшника из Энза, и он сказал, как... Охуеть. Чё он сказал? Именно так. Как? Хилят именно так, как ты хилишь. Обновление, и то, соответственно, типа... там в ротации молитва исцеления, цох и обновление... Ты посмотри, да, некогда, потому, ну, это разные ситуации, тут, блядь, надо понимать ту ценность талантов. Я тебе говорю, вот этот талант залупа, я с ним играл, это хуйня бесполезная. То есть, вот на той, даже на той синдре этот талант можешь в очко себе засунуть, он нахуй не нужен. Ну, то есть, он, во-первых, не критует, понимаешь? Ну, вот ты 5000 дашь, и что, блядь, и что? Обновление лучше будет 1000 раз на синдре, там периодически урон постоянно идет. Нигде в других больше боях ты его не воткнешь, ты просто ГКД проебешь бесполезно. Ну все, Войд против Энза пошел, ну пиздец. Почему? Нет, он как раз таки говорит точно так же, как они. Ну, они-то неправильно, они все шарят, блядь. Просто вот эти таланты, усиленное исцеление, они не нужны тут. Ну, абсолютно тоже бесполезные. Перекачай, сделай нормально, ну. Усиленное, я же говорю, это редко, блядь, таких вообще игроков нету, кто хилит великим исцелением. То есть, там... Потому что есть холи-паладин, понятно. Либо Вальку хилить. 5 талантов качаешь, специальный спек делаешь, Вальку хилить. Ну тоже, бля, я не знаю, но это бред, нахуй. Паладин в рейде есть, от смысла от этого таланта нет. Ток, да, может го. Если не великим, то чем там хилят, флешкой? Обновление, ну, смотри. Кольцо исцеления. Да, одного хочу это понимать. Понятно, а именно кастом каким хилят? Каст? ДЦшник или, блядь, или кто? ХП или кто вообще? Про что речь? Я так полагаю. Полиприз. Обновление. Да это все по умолчанию, про кастующее идет речь.
Флешка, ну, или великая? Каст, вот смотри, если ты флешку юзаешь, ты один стак прозорливости накопишь. Если связующий, то два стака. Обычно связующая юзает. Связующая два стака, и ты либо молитву, либо усиленное, ну, великое исцеление кастуешь быстрее. Ну вот, ты, а ты берешь, типа, бесполезный талант на великое исцеление, когда не берешь защиту от заклинаний. Это какой ты имеешь в виду? Это второй талант. Ну, может, второй получить. Который на скорость, да? Ну, нормальная тема. Это нет, кто? Вот это биомусор. Тогда ты играешь как хэпал. А что тогда, ну, а что вместо него? Ну, защиту заклинаний берешь. На 10% ну да, разве что это наш для выживаемости там. Но мертвые не хилят. Ну ладно, мы хилим. Но недолго. Нет, эти таланты, да, можно перекинуть, так как я великое не юзаю. А я его вкачал, как на циркуле первый раз вкачал. Ну там были ситуации, когда надо было танка подхилить. На том же тухлом. Некоторые хилы, ну, не играют в танка, когда босс больше бить начинает. Я кастовал связующее, великое в танк. Ну и нормально давал в танк. То есть прям бывало поднимал. Ну тут, видишь, такой необходимости нету. Если 5 хилов не нубы какие-то сидят нормальные, то, блядь, заебись. Меня в свое время за друида хуесосили, когда я покровкой хилил танк. Да это тоже надо знать, когда хилить. Ну просто так, это надо, понимаешь, смотря какой бой, блядь. Это все надо разбирать. Просто, ну... У друидов типа другая задача вообще, по идее. Задачи, да, задачи, друиды, задачи разные. Задачи разные, можно под, ну, под разные, можно спеки разные сделать, бои разные везде, все это, ну, есть где дамаг идет по двум целям постоянно, есть где дамаг по всему рейду постоянно идет периодически. Бывает дамаг всплеск, когда дает всплеск дамага, то есть хоп, рейд просел, и все, надо поднять, и все, а дальше дамага нет. То есть разные, блядь, бои бывают, динамика разная. И от этого меняется вся игра. И вот чем лучше ты знаешь тактику, тайминги и вот это все юзаешь, тем лучше. А так просто, блядь, ну, друид кастует покровительство и что, блядь. Смотря когда, надо смотреть, разбирать ситуации. Блядь, покровительство надо... Блядь, Вой, да я еще думаю. Может, скинемся тебе на покер, будешь в покер и башать. Я не умею, блядь. Че, у нас один хапал улетает? Покер — это где флэш, там, стрит-рояль, вот эта вся хуйня, да? Да-да-да, вся вот эта хуйня. Тут просто там инфы гораздо меньше, чем здесь, нахуй. Это типа намек, чтобы закрыл хлебало? Да не, наоборот, что, блядь, тут... Что досконально разбирается человек там, блядь. Посвятив, ну, то скажем, время, все там пам-пам-пам-пам, кубы прикидают. А хули разбираться? Я когда первый раз, это мой первый хил, я хули приста создал. Ну и пошел, ну, чтобы в рейд взяли, типа хилом такой. Ну, шпешника, потому что не дам нихуя. Ну и, короче, такой, захожу в рейд. Хуяк ребро убиваем, смотрим ХПС. И там шпшники 3000, там 4000, и я такой 2500 нахуй. Вот, тебя ШП перехилили, и все, начали хуесосить. Ебать, это выслушал, блядь. Я пока его одел 277, блядь, на циркуле, я там натерпелся, блядь. Но потом нормально вытаскивал там бои, блядь, на седре, на профе, блядь, хилил. В РС-ке по КД хилил. Во тьме там заебись. Щиток этот кидаешь, вот смотри. Эй, а где ты? Вот смотри. Блять, его засчитывали. Сейчас на себя кину, смотри, вот видишь, как я бегаю быстро. Метки выносить, заебись. Это в РС-ке вообще необходимая тема в Герри. До стены во тьме. Еще там шарики, когда, блять, летят. Это вообще здравая тема. Даже, наверное, еще сейчас в портал, когда челики заходят, они там летать быстрее будут. Если эту хуйню задать. Ну а так хули, блять, ну пару гайдов прочитал, типа, вот так и так там. Есть экономный режим на хули присте, есть режим бурстовый. Экономный — это когда ты кидаешь обновление и молитву восстановления и круг исцеления, и все. То есть, ну, грубо говоря, дамага мало по рейду. То есть ассистишь так, на подсосе сидишь, экономишь ману, меньше маны тратишь. А бурстовый — это когда связующая. Два стака прозорливости у тебя есть, и молитву исцеления кастуешь, и в конце завершающий круг исцеления. Это бурстовый захил. Ну и вперемешку, конечно, с обновлением по самым просевшим целям. Ну и молитва восстановления также. На прополую ухилить, типа, этой, как он называется? Молитва исцеления только. А нахуя ты кинул на нее истерию? Да по приколу. Надо. У
Захилами. Мне показалось, или кто-то кинул на Вальку истерию? Или мне послышалось? Тут тоже объявили это. Да никто не кидал. Кидал, кидал. Квест возьмите. А то потом будет, до Синдры дойдем. Ой, я, блядь, квест, и поехал на лифте. Осколочек. Ой, сори, я домой. Квест возьмите. Так. Чё, Эро? Чё, собрал шем? Нет. Сколько у тебя осколков там? Ну, сейчас 43. А-а-а, ну, додонащивай тогда. Да. Одно КД тут. Или 25 КГР. Ну, там надо узнать, сколько у рависта. Равист, да, блин. Побежали. У него что, тоже за 40, по-моему, уже? Да. 3-4 вроде было. Ну, это до десятки. Ой, ну, до обычки. А, ну... Рависта ровно 40. Я уже договорился в четверг поднесу идти на эту. Я сомневаюсь, что с Геры и с обычки не выйдет 10 осколков. Да ладно, 12 осколков упадет с Геры и все. И тебе, и Хрюку. Ни хера себе. Только же... Ебаный в рот. Тварь ебаная, нахуй. Лагает так. Пошли в центр. Вы крутые, в двери собираете. А я бомж. Я в обычке собирал, я в гире только два раза собирал. Один. Или один раз, а нет, два раза дособирал. Это шлем нахапала за лупа полную, без хосты, параша, поебень. Не собирайте посохи, это того не стоит. Это я вам говорю. Чё говорит он холик, да? Вам хорошо, альтернатива этому посоху какая? Он два за гера, который два спелегера, который еще пиздец как не скоро, да? Скоро. А? Да. Скоро. Ну, там будет альтернатива и шейм, еще уж. Ну, после этих мелких пойдем, там немножко вперед пройдем. Будут мобы с вихрями в центре. Почти звезду. Это вас не спасет. Обратно в центр.
А чё вы, блядь, ну... Подождать не судьба, типа? Нахуй дохните. Так, кто там собирает рожника? На душе кто фармит? Я. Ваша. А зачем тебе душа? Ты ж нежить. Надо. Шо хлюхай, да шеем? Я чего? Когда шеем? Завтра. Так а сколько тебе еще, ну серьезно, сколько осталось? Ну у меня 43 сейчас. Сейчас тендру... еще 7, да? Тендра лично, и все, и 5 осколков осталось. Как минимум один еще. С этого рейда. Нихуя, вы видели, блядь? Дракон пятился. Смотри, я с посоха просто разъебываю дракона. Кстати, тому, кто кинул хп в МК, большое спасибо. Но лучше отдайте его какому-то РДДшнику. Или войду. На хп-приста, нахуй. А тебе а зачем допустим? Ну чтобы ебашить, нормально критовать его. Ну ты достал уже этот кару и хрень. Не знаю. Цвету, как она называется. Ну вот под проки идешь, качаешь талант, и под проки сдаешь еще и эту хрень. И топ ДПСер. Нет. Ведь как известно, белая магия не контрится. Наверное, здесь-то нету.
Бегите, глупцы. Суицидники встали там. Не, почему нету? Есть на него резист. У ФДКшки качается талант, и он уходит в резист. Ну уберите тотем и сдохните там, ёбаный кокос. Раз умерли только негры. Стой, ясно. Какой? Типа, к белой магии разве есть резист у кого-то? Да, у ФДК ветки хоста есть талант, называется адаптация. Если убить светлой магии, он постакает резист к светлой магии. Ну ладно. Но это, по-моему, единственное, где можно достать светлую магию. Рыба. Ну и у друля резист на все школы на 54. Светлой нету в этих всех на школах. На основные школы, да, там светлой нету. Но светлая, кстати, иногда считается как фаер. На все, которые у тебя, вот когда ты открываешь окошко персонажа.